Как бы вам не нравилась студенческая жизнь, не забывайте про учебу и не оставляйте все на последний месяц. А так наслаждайтесь жизнью. Могу посоветовать студентам, это то, чтобы вы относились серьезнее к учебе. Никакие гулянки не стоят тех усилий и средств, которые вы потратили, чтобы поступить в вуз вашей мечты. Посоветую вам обратить свое внимание на чешский язык, потому что для меня лично это был самым сложным экзаменом, а дальше будет проще. Не отказывайтесь на последний момент, учите все постепенно, планируйте свое время, и все у вас получится. Занимайтесь своим любимым делом. Это дело сделать вашим стилем. Удачи!